Володя, да. А? Никакого нет. Матвей нарвался. Какого хрена? Ну вообще, вообще. Сюда мне очень дорого, я смотрел, когда пришел, ну если я отсюда полечу в Загреб, то мне отдельный перелет еще надо. 5000 стоит. Ну это у вас другие цены. Подожди, я на импорт. 2,5, у нас нет таких цен, не было таких цен. Вот, и получается около пятерки, по-моему. Потом сюда же вернуться. Плюс тут же вернуться. Потому что. У нас так еще дороже будет просто. Нет, даже зачем сюда-то возвращаться? Чтобы отсюда потом улететь. Билет. Я не могу купить. А почему ты с Загреба не можешь улететь? Потому что это разные авиакомпании, и у нас это будет очень дорого стоить. У меня вообще все разное. У меня 34 листа бумаги распечатан с билетами, смотри. Сюда? А, ну вообще, ну ты, недели, да. Вообще, плюс, это, скажи мне, я тебе скажу, что мне еще на потом нужно время, я уже где-то около 30 дней выкопал, получается. У нас же, у меня 90 только максимум. А так, если ну, ее дают на год, там больше времени можно находиться или так же? В зависимости, какой тебе шаг дали. Может быть, ну, 90-180, может быть, 180-360, может быть, 180-180, может быть, 360-360. Как бы мне сделать визу-то, чтобы она у меня была не на полгода? Вот, и получается это. Дадут греки второй раз нам хотя бы. И получается этот, как его, ну, плюс там проживание, питание, членские эти взносы, как бы все. Оно очень дорого. А мне получается, я с Днепра летел, с дома прямо. Киев, пересадка, я на Софию прямо. Мне билет туда-обратно, там, 200 евро вышел. Ну вот, понимаешь, как бы, да, я смотрел, даже если я беру те сроки из Хорватии, оно тоже там 200 евро. Нет, Хорватия вообще как-то очень дорого стоит, я не знаю. А если я говорю, я как бы купил, потом думал, смотрел, я вначале так посмотрел. А потом получается это, просматривал, чтобы отсюда улететь в Хорватию, то, блядь, еще. Знаешь, как еще я с Хорватии домой лечу? Я с Загреба на автобусе еду. Здравствуйте, спасибо за вами. Блядь, у нас повторов всего 6, сколько? 3-9, да? 6-3-9 матч. Да. Раунд был какой-то? Второй. Первый. Второй. Второй? Да. Второй раунд, время сколько там? 0-9 добыть, да? 0-9, кто это у нас? Хорватия. Турция. Хон просил. На Хон. Жилетки светоотражающие.
интересно, что он завтра скажет. Скажет, было 16 видеоподкастов, из них два убивали. Сочиняется эта статистика вообще на раз.